У меня есть черные запасы на пятницу. В этой коробке у меня есть черные запасы на пятницу, потому что сегодня пятница. Коробка нам больше не нужна. Ее нужно отнести на место. Свинина тушена, трокшнита, кляулина, саутета, цугаля, 325 грамм. Ано 1957 год. Консервы мясные стерилизованные. Приступлю теперь к делу. Черные запасы должны быть. Должны быть. Особенно сейчас. Как же она классно пахнет. А что ты хочешь? Маркиз проснулся и такой, учил этот, ну, запах. Я тут не могу этот запах передать. Что ты хочешь, тушенка? Где ты там? Тушенка хочет. Подожди, я съем какую-то часть и тебе 10% оставлю. Я могу камеру, эту веб-камеру ниже опустить. Да. А вот тоже креатив нужен, вот так вот. Вот так вот можно креатив делать. Так и вот. Ну, я тебе могу на камеру показать. Давай. О, тоже хочется по тушенке. Я тебе оставлю тушенка, подожди. Голодненький. Вкусно. Вкусно. Тушенка это вкусно. Хорошо, когда есть черные запасы. На пятницу. Надо лучок. Хлебушек. Как вкусно. Лука мало взял. Ну, ничего страшного. Балдею. Просто. Просто балдею. Надо еще принести лука. Сейчас я вернусь. Я вернулся. О, смотрите, сколько лука взял. Просто обалденно. Теперь буду лук. Дальше есть тушенка. Тушенка вместе с луком и с хлебом. Это просто обалденно. Как пельмени ешь. Как пельмени. Это сварено, а здесь другой продукт.
Ням-ням. Про маркиза не забыть. Мы же тоже голодненькие. Ходит тушенку. Надо его оставить. Ну то еще умрет с голоду. Я думаю, маркиза вот столько вот хватит. Вот столько вот. Ну, половинка. Хватит. Не мяукай. А я тебе оставлю половинку. Ну это можно оставить маркизу. Я вам докажу, что я маркизу это оставлю. Чтобы доказать, нужно, чтобы он здесь начал есть. Тоже креатив. Раз, два. Заходи, заходи. Это будет, наверное, первый видос, когда так происходит. Ну давай, начинай кушать. Сейчас, подожди. Давай. Давай, кушай, кушай. Давай. Ты же хотел кушать, давай. Ну? Кушай. Давай, кушай. Ну кушай, кушай. Ты же хотел тушенку. Кушай тушенку. Давай, кушай, кушай. Он здесь не ходит, ему просто здесь неловко. И на этом видос я хочу закончить. И ждите какой-то следующий видос на моем основном канале.